Для ленинск-кузнецких тяжелоатлетов коронавирусная пандемия переносится куда тяжелее, чем поднятие нескольких десятков килограммов железа. Дистанционные занятия дома и в гараже сменились тренировками на свежем воздухе, а помост – резиновой плиткой. За время ограничений профессиональные спортсмены потеряли не только возможность толкать свои максимальные веса, но и возможные победы. И не одни соревнования пропустили. Пропустили первенство России до 17 лет. Пропустили чемпионат ЦФО, который был как раз на дальнейший отбор на чемпионат России. Что это значит для спортсмена? У вас все равно какая-то, не знаю, диета, тренировка и так далее. Все это. Что это значит для спортсмена? Ну, в соответствии, это же стимул для школы, для спортсмена высокого уровня. Мы подготавливаемся, даемся этому. Больших весов тяжелоатлеты сейчас не поднимают. Без помоста это может привести к травме. Главная цель – поддерживать форму и технику. Конечно, обидно, потому что сколько отменено соревнований. Сколько бы мы могли поднять килограммов, не потеряв вот этих 3 месяцев, и могли бы добавить еще к рекордам к своим. И сейчас вот это все это будет переигрываться, весь план, все планы, всю диету, вот это вот, как питание, и сон то же самое. Даже в таких ограниченных тренировках тяжелоатлеты стараются искать плюсы. Это еще не зал, но совместные занятия создают ощущение плеча и коллективного дела. Много времени отдал я этому спорту, очень много. Уже на протяжении 15 лет занимаюсь, ну, как-то вот этим вот. Да, это одно единственное дело. Подготовка к соревнованиям – сильнейшая мотивация для спортсмена, но финальной точки пока нет. Единственное, что заставляет двигаться дальше – любимое дело, которое обязательно принесет результат. Ольга Зимарина, Василий Обухов, Ленинск ТВ.